или что-нибудь. Бух. Поиграем, да, или подберем темп? Так вот просто, не сразу. Открытие лучше. Ну да. Ты чё, Тимур, спать собрался, что ли? Ты чё, ты как-то прохладненько. Он же интро, и он же куплетный. А он же интро, он же и куплетный. Да. Я хуй знает. Подходит, подходит на куплет. Пусть с него сразу. С открытой начинает. Стирай все нахуй. Может это попробовать, добавить пару глухих туда, в последние ноты. Вот где-то как будто разное получается всегда. Ну что, глушить их, что ли? Да, нет, просто... Они одинаково звучат. Может это?
То есть раз открыто, раз закрыто, раз открыто, да. И уже... Давай пробуем. А может она... Она есть там. То, что к ней все равно будет возвращаться всегда. Как-нибудь вот, чтоб прозгал. Как бриджик такой. Там играл. И все, и дальше можно также быстро продолжать, либо так, либо вот так. Слушай, а ты до этого все скопируй, поставь на дальше в концовку, в конце было. Половинку оставить от него, вот от этого всего. Может, опять медленно вот эту воткнуть, нахуй, да? Я тоже сейчас подумал что-то. Прям просится, блядь, ёлся. Концовку, знаешь, какую заболяешь здесь? Вот он, вот впусти его, конечный. А, вот этот? Вот этот конечный. Да. Ебать, этот метал, ёбаный. Да, да, да. 1, 2, 3. 2, 3, 1. Я тебе говорю, надо было все ее перевернуть назад, на улице. А концовку натуру прям попадает. Да. Тан-тан-тан-тан. Глухими просто. Прям один. Нет, кусок. Нет, последнюю открыто оставить. Тун-тун-тун-тун-та. Типа, да. Да.